Часто люди задают вопрос, как почувствовать в себе то состояние счастья, которое всегда в нас есть. На самом деле это достаточно просто. Вот, например, сейчас я нахожусь на берегу маленькой речки и очень долго стоял, смотрел на воду. И когда ты сливаешься вот с этим вот всем пространством, водной глади, воздуха, который ветер, который тебя обдувает, солнце, которое на тебя светит, становишься чем-то единым, и вот это состояние сразу же очень-очень хорошо чувствуется. Или еще такой момент. Стоял, пока на воду смотрел, вдруг взгляд перевел на берег, а на берегу колышутся белые-белые ромашки. И я, взгляд мой приковался прям к этим цветочкам. И в какой-то момент я понял, что прошло уже очень-очень много времени, а я продолжаю смотреть на эти колышащиеся цветы, и они уже как формы потеряли свое очертание, стали вот таким сплошным фоном. Это такая получилась просто спонтанная медитация. И опять же, вот это вот внутреннее ощущение очень ярко сразу всплывает на уровень чувствования. Ты понимаешь, что ты счастлив.